находится железнодорожная станция Раздоры. Сейчас мы подъезжаем к вот этот переезд. Подъезжаем к строительству нового парка муниципального. Здесь можно проводить тренировки. Вон Константин стоит. Инспектирование объектов. Это новый муниципальный парк. Он будет бесплатный для людей. Здесь кофе. Давайте немножко прогуляемся, посмотрим. Проинспектируем. Они обещали уже открыть его к праздникам, но что-то работа непочатый край.